Настоящий покемон ярмарки и уроки мастерства для ловцов забавных карманных монстров. В Екатеринбурге проходит первый фестиваль покемонов. В мастер-классе поучаствовала и моя коллега Мария Лебединская. Маш, приветствую тебя. Научилась ли ты играть в Pokemon Go? Привет, привет. Ну, к сожалению, я так и не сподобилась установить эту знаменитую игру к себе на телефон, поэтому за всю свою жизнь не заработала ни одного покемона. Ну, на самом деле, мастер-класс, который сегодня провел чемпион мира по ловле покемонов Гоша Тимофеев, был рассчитан явно не на новичков, а в нем принимали участие игроки и фанаты этой игры, которые там набрали не меньше 5 уровня и заработали не меньше 50 покемонов. Им Гоша рассказал, где обычно водятся покемоны, в каких местах. Ну вот сегодня мы, например, узнали, что ядовитые покемоны предпочитают места возле заводов и вообще возле предприятий, которые отравляют окружающую среду. Ну а призрачных покемонов, например, лучше ловить вечером. А для тех, кто не сподобился поймать ни одного покемона, организаторы здесь приготовили небольшую ярмарку. Вот за моей спиной, например, подушка с Пикачу, которая мне уже приглянулась. Ну а вот здесь также расположена гигантская фигура покемона Пикачу, которого все обожают и с которым рядом фотографируются. Ну а одна из фанаток сегодня пришла на мастер-класс в образе Пикачу. Давайте ее послушаем. Еще когда были совсем маленькими школьниками, бегали из школы скорее смотреть новые серии, играли там в фишки с покемонами. Это вообще, конечно, ностальгия очень сильно сейчас играет. Сегодня на мастер-класс пришли и школьники, и молодые люди, которым уже больше 20 лет. И они все говорят, что игра Pokemon Go – это своеобразная ностальгия по детству, когда они бежали домой действительно смотреть мультики. Но и сам Гоша рассказал о том, что он когда-то играл в кэпсы. Это небольшие пластиковые кружочки. Ну, он не был успешным игроком, как ни странно. Он тогда заработал чуть больше 100 кружочков и не установил рекорд. А сегодня, кстати, ему не удалось поймать ни одного покемона, но это произошло из-за того, что здесь очень плохая связь. На мастер-классе он немного опростоволосился. Здесь сеть плохо ловит, поэтому тут ничего не отображается. Ничего не поймать здесь. С этого, да. К сожалению, с этим я вам помочь не могу. Стоит отметить, что у Гоши самая большая коллекция покемонов, их 145, и он уже заявил о том, что готов продать фанатам игры эту коллекцию, которую он собрал всего за 2 недели. Но и Гоше поступило первое деловое предложение от школьников, которые предлагают за его коллекцию 1000 рублей. Я не знаю, может быть, он поторгуется и все-таки ее продаст. Тебе слово, Юр. Все может быть. Огромное спасибо Марии Лебединской из Екатеринбурга. Вчера подтвердила, что покемономания продолжает шагать по нашей стране.